Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Очередной яркий игровой день в континентальной хоккейной лиге готов стартовать в Нижнем Новгороде. Но как бы не попасть на контратаку, а это случается. Удаление будет удаление, а не будет ли Булита? Мартынов здесь явно фалил против Александра Кадейкина. Не успевал 77-й номер торпеда. Это торпеда. Номер 77-й. 2 минуты. Зайдет как клюшка. Уфимцы за счет коротких передач все же сумели войти в зону соперника. И удалось расположиться. Манин на синюю. Ларсен налево. Неплохо все. Ой, бросок. Гол! Забивают какие-то Салават Юлаева. В ближнюю девятку летит шайба. И это Сакари Манинен. 14-й гол этого финна за Салават Юлаев. Ну и Сакари Манинен так с большим отрывом. Самый забивной парень в Салавате. И вот 14-й гол, 24-е набранное очко. Здесь Кадейкин. Хорошо держит шайбу, ждет своих партнеров. Ну и в итоге Агастина его, как говорят, накрыл. Но Кадейкин вернулся в борьбу, в итоге шайбу потерял. И здесь Хривик очень опасно. Ой, какой проход, а! Марека Хривика всех обошел, а! Как гигантский слалом, да, на лыжах туда-сюда работал корпусом Хривик. Ну и если бы не Мэтсела, был бы счет 1-1. Не удалось там зацепиться Зару за шайбу. И пошла уже контратака Салавата Юлаева. Кадейкин. Кадейкин и бросает. Он перед собой отбивает Тихомиров. Это шанс был на добивание. Но вот здесь зато какие моменты имеет изредка Салават. И мог сейчас Николай Кулемин забивать. Шикарный момент. И не удается шайбу оставить в зоне Науменкова. Ну и борьбу он не проиграл. Давайте отметим нападающим. Вот здесь Кулемин. Может быть опасно. Кулемин. Подкидка на пятак. И где шайба? И шайба вот под Тихомировым. Смотрят арбитры. Похоже, все-таки, да, не пересекает она линию ворот. Каков Тихомиров оставляет торпеда в игре? По-другому не скажешь. Да, сумели в средней зоне отрезать двух торпедовских игроков. Игроки Салават Юлаева. И дальше Кулемин после того, как вошел в зону, делает отличную подкидку на Кадейкина. А вот Кадейкин здесь на коротке не сумел переиграть голкипера Тихомирова. Вот здесь хороший выход из зоны. Михеев 2 в 2 вместе с Сураковым. Но в итоге уфимцы успевают вернуться обратно в оборону. Да, хороший был бросок. Но опять под достаточно острым углом. Но вот опять наброс. И там уфимцы все закрывают. Мэтсела отбивает крайне удачно. Если шайбу не фиксирует, то отбивает ее как раз на своих ребят. И в итоге уфимцы выводят шайбу сначала в среднюю зону, а затем в зону атаки. Не, все эти вот дальние здесь броски от синей линии, конечно же. Ой! И вот это было очень красиво. 2-0. 2-0 за 4:50. Это суперсерьезная заявка на победу. И Сакари Манинен. У нас дубль. Да. 15-я шайба Сакари Манинена. Вот это да.